Скип. О, скипнули. Привет, Крим. Крим, как дела? Какая жизнь? Рыженькую. Эй, верните мне рыженькую. Чё ты на меня зыркаешь? Лучше девушку принеси. Зум, как мне настроить зум? Ну, да, я весь твой, Анна. Ты не Анна, уйди от своего лица, ублюдок. Просто звалять. Почему я преследовал Кобина? Потому что... Он гей! Его особняк. Он гей? Не знаю, но это не была причина. Грим, время... Hard-boiled action. Хватит, уйди со своим шприцом, это меня не возбуждает. О, тебя убили. Хладнокровно. Да, ты работаешь на президента. О, у нее физика есть на груди, оказывается. Что? Я этого раньше... Это на PC, наверное, только физика появилась. Эй, помолчи. Нет, серьезно, они, кажется, не двигались. Серьёзно? Нет, мне показалось. Чёрт, не свали их на себя. Нет, я не... они двигаются или нет? Давай, да, повозмущайся побольше. Давай, подрыгай ими. Shake it, baby! Shake it! О, они двигаются! Эй! Да как Рождество! Они двигаются! Я не делаю больше тех вещей, которые я делал. Ты должен сделать так, чтобы это выглядело, как будто ты сбежал, поэтому ударь меня. О, ну, я бы пошутил сейчас про то, что буду бить бабу по... Вот, ты поняла? Но это была бы избитая шутка. Грим, избитая шутка! Избитая шутка! Это была шутка! Она была избитая! Ты её оценила, Грим? Крим, ты оценила избитую? Нет? Эй. На тебе по роже! Нет, он промахнулся. А, она ему дала по роже. Ну Мазила. Всё. Как можно промахнуться? Она была у тебя прямо перед носом. Ты врёшь. Моя Мазила. Шутка была отличной, ты просто не поняла. Игру слов, избитая шутка. Понимаешь? То, что ты сейчас будешь избита на С, на С. Почему я должен тебе верить? Потому что у меня трясутся сиськи, а у тебя их нет. У нее трясутся сиськи? У нее трясутся сиськи. Правда? Физика появилась? Да. А, да, не у нее... перепройти. Серьезно, да. Это та причина, по которой я перепрохожу теперь. Kiss me. Или я убью тебя. Я убью тебя. Давай, только ты меня вначале поцелуешь. А, надо ударить тебя. Держи. Как жизнь? Нормально ударь. Вау, вот это у меня лапа. О, окей, ты думаешь, этого хватит? Отличная работа, заткнись. Девочка, когда мне дадут крутые очки, которыми я смогу видеть через стены? А? Детка, давай. Да, позвоню тебе. О, я тебе... Конечно, я тебе позвоню. Нет.